Сегодня у нас с вами необычный вебинар. Ко мне в гости приехал мой наставник Николай Андрейко, национальный директор. Красавчики, да? Ну, спасибо за комплимент. Ну что ж, Коля, начинай. Сегодня у нас особенный как бы вебинар, потому что каждую среду по статистике, не по статистике, каждую среду, как обычно, мы проводим итоги по четвертому каталогу в данном случае, то, что у нас получилось, каких результатов мы достигли, какие новые рекорды мы опять обновили. И поздравляем наших новичков, топ-лидеров, новичков-директоров, ну а также вспоминаем, кто у нас относится к нашим топ-лидерам нашего проекта. Начнем мы как раз со статистики, с математики. Итак, по итогам четвертого каталога мы побили, точнее обновили, который уже, не знаю, раз, наш рекорд по товарообороту. И теперь товарооборот нашей структуры, рекорд 556 тысяч 35 баллов. Это абсолютный рекорд, и ну, таких показателей у нас не было еще ни разу. То есть это первый раз мы вышли на такой уровень. То есть радует, что, опять же, каждый каталог мы повышаем эту планочку, значит, двигаемся, опять же, таки в правильном направлении. Если посчитать, сколько это примерно за неделю, вот средняя статистика, то за неделю наша структура делала товарооборот 185 тысяч баллов. То есть можете себе представить, какой объем. Если перевести баллы на денежку, то примерно 1 балл у нас равен 1 доллар, если свести вот разные валюты, то вы сами видите, что за 3 недельки мы сделали оборот более чем полмиллиона долларов. И этот показатель растет, каждый каталог, я думаю, что в ближайшее время мы уже перейдем за 1 миллиончик, осталось в принципе не так-то уж и долго, всего-то 444 тысячи. Баллов. Сделаем миллион с вами, дорогая команда. Сделаем, сделаем. Сделаем, дорогие лидеры. Что у нас есть еще? По сравнению вот с третьим каталогом, то есть берем статистику каталога номер 3 и статистику каталога номер 4. За каталог мы сделали прирост на 13%. То есть ну, многие структуры такой прирост показывают за год. Мы сделали это немножко быстрее всего за 3 недели. Так что опять же я считаю, что это крутой результат. Если взять немножко другую статистику, то, что у нас получилось сделать уже за год, не за каталог, а за год, то за год мы сделали прирост 423%. То есть вот такие у нас показатели роста к четвертому периоду 2016 года. За год 423%. Я думаю, что, опять же, миллиончик в ближайшее время не заставит себя ждать, а то, наверное, даже уже и два, можно туда уже немножко думать. Я думаю, что два миллиончика тоже очень такие реальные цифры. По крайней мере, цифр много, мне такие показатели больше нравятся. Относительно новичков, за четвертый каталог у нас в структуру пришло 8432 человечка. И в среднем это получается 401 новичок за один день. Это то количество людей, которые к нам вот приходят за день, ну и в итоге получается за каталог. Это, в принципе, это очень высокий показатель. И на сейчас у нас получается в структуре по итогу на конец 4-го каталога 63 679 человек, с которых по итогу 4-го периода практически 20 тысяч, чуть-чуть не дотянули до 20 тысяч, которые оплатили свои заказы в период действия. То есть это получается в среднем каждый третий человечек в нашей структуре делает стабильно свои заказы. Это, в принципе, очень хорошая такая статистика. Теперь пойдем по награждению. Аня. Итак, у нас с вами в этом каталоге открылось очень много новых званий. Все огромные молодцы, все огромные умнички. Хочется сказать, что очень приятно, что в наш проект идет такой приток людей, что нам доверяют, что наш проект зарекомендовал себя как надежный. То, что мы с вами впереди планеты всей, это на самом деле мы самый быстро растущий интернет-проект в интернете, и это очень-очень приятно. Дорогие коллеги, хочется сказать вам, даже как выразиться, да, низкий поклон вам за доверие компании, за доверие в нас, за доверие проекту и, конечно же, за веру в себя. Это самое главное. Если вы в себя верите, мы с вами станем очень быстро все драгоценными
директорами. Итак, хочется поздравить нового топ-лидера. Это старший лидер 12% Евгения Бизина, Россия, город Гатчина. Также Татьяна Букарь, старший лидер 12% Казахстан, город Макинск. Мария Василенко, старший лидер 12% Казахстан, город Караганда. Поздравляем! Аплодисменты новым топ-лидерам! Светлана Елхина, старший лидер 12% Россия, город Саратов. Елена Заяц, старший лидер 12% Беларусь, город Брест. Виктория Зубишина, старший лидер 12% Россия, город Ростов-на-Дону. Екатерина Киселева, старший лидер 12% Казахстан, город Петропавловск. Ольга Куликова, старший лидер 12% Россия, город Орехово-Зуево. Николай Мальцев, старший лидер 12% Казахстан, город Семей. Татьяна Пономарева, старший лидер 12% Казахстан, город Риддер. Ирина Подколзина, старший лидер 12% Россия, город Октябрьск. Марина Потылицына, старший лидер 12% Россия, город Дивногорск. Варвара Самагина, старший лидер 12% Россия, город Ставрополь. Анастасия Семенова, старший лидер 12% Россия, город Михнево. Игорь Стахов, старший лидер 12% Украина, город Каховка. 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 Ну, заранее прошу прощения. Так, Айгуль Тюлюбекова, старший лидер 12% Кыргызстан, город Бишкек. Да, замечаете, какая у нас обширная география с нашего проекта. Мы можем сотрудничать с любой страной. Это же здорово, да, не обязательно расти только в той стране, где вы зарегистрированы. Наталья Фафанова, старший лидер, 12% Россия, город Северодвинск. Ольга Шелихова, старший лидер, 12% Беларусь, город Береза. Екатерина Шуст, старший лидер, 12% Россия, город Белгород. Светлана Яковлева, старший лидер, 12% Кыргызстан, город Бишкек. Яна Яковлева, старший лидер, 12% Россия, город Колхозная Ахтуба. Дарья Забелина, вице-директор. О, вице-директора пошли. Колечка, твой выход. Здесь хочу еще поздравить Люду Кретову. Я тут чат читаю, что не успели скинуть фотографию. Лидер с Молдовы. У нас есть Молдова, открылась также 12%. Поздравляем Людочку. Да, и я вот вижу, что еще девочки пишут. Девочки, напоминаю, что вебинар уже идет, фотографии надо скидывать до начала вебинара. Также поэтому поздравляем Дашу Ефимцову, обязательно поздравляем. Поэтому, кого еще не поздравили, кого не найдете здесь, не увидите фотографии, то, опять же, есть время скинуть, чтобы мы поместили уже на сайт топ-лидеров. Да, на доску почета. Да, потому что работы много, и где-то могли кого-то и пропустить, как вот получилось и с Людой, и с Дашей. Оля, конечно, скидывай. Сегодня, завтра доделаем. Итак, теперь наши новые вице-директора. Дарья Забелина, Россия, город Обнинск. Ирина Музычук, вице-директор, 15%, Казахстан, город Риддер. Казахстана в этом каталоге очень много, кстати. Эльвира Мустаева, Россия, село Большеустинское. Елена Ряполова, Россия, Каменная-Оби. Валентина Тагиева, Россия, город Минеральные воды. Марина Филатова, Россия, город Ставрополь. Людмила Черкасова, Украина, город Николаев. Виктория Шпегель, Украина, город Лубны. 19%. А
19% поздравлю я. Дорогие старшие вице-директора, вам осталась всего одна ступенька до директорства. И сейчас мы с вами узнаем, сколько же директоров у нас с вами на проекте может открыться. Итак, Расима Загирова, старший вице-директор, 19%, Россия. Ульяна Кириллова, старший вице-директор, 19%, Россия. Всего лишь 1000 баллов до директора. Олеся Кузьмина, старший вице-директор, 19%, Россия. Ольга Лапченкова, старший вице-директор, 19%, Россия. Ольга Ложкина, старший вице-директор, 19%, Россия. Дарья Сазиева, старший вице-директор, 19%, Россия. Ольга Чернова, старший вице-директор, 19%, Россия. Галина Ватлина, директора пошли. Директоров у нас, наверное, новеньких больше даже, чем наших 19%. Да. Это говорит о многом. Итак, Галина Ватлина, директор, 23%, Россия. Арменуи Гаспарян, директор, 23%, Россия. Татьяна Киселькова, директор, 23%, Россия. Альфия Сафина, директор, 23%, Россия. Елена Сидоренкова, директор, 23%, Россия. Екатерина Тур, директор, 23%, Беларусь. Татьяна Шавобродова, директор, 23%, Россия. Быстрый старт. Анастасия Шиянова, директор, 23%, Россия. Итак, у нас с вами пошли старшие директора, новоиспеченные старшие директора. Это уже очень серьезные выплаты, это уже очень серьезный объем. Это групповой объем от 5000 баллов. Итак, Юлия Белоусова, старший директор, Украина. Екатерина Зубенко, старший директор, Россия. Людмила Матвеева, старший директор, Россия. Татьяна Прокудина, старший директор, Казахстан. Оксана Рущак, старший директор, Украина. Альфия и Азамат Ахмедзяновы. Это уже серебро. Серебро – это уже когда у первой линии есть два директора. То есть это уже повыше звания. За эти звания дают уже интересные золотые значки с белого золота на минуточку. Да. И Альфия Замат у нас с села. Посмотрите внимательно. Село Большеустинское. Это даже не город. Притом в Альфии в этом каталоге как раз открылось сразу два директора первой линии. То есть, в принципе, это сразу со старшего по объему на серебро, да, по количеству директоров. Дальше у нас Татьяна Русакова, серебряный директор, Беларусь, город Лида. Виктория Карапина. Золотой директор. Викуся, мы тебя поздравляем, мы тебя очень любим и хотим сказать, что побыстрее становись бриллиантом, потому что ты ведешь очень много вебинаров, ты нам очень помогаешь и, конечно, роста мы тебе желаем огромного. Валентина Захарова у нас с вами открыла бриллиантового директора. Бриллиантовый директор – это 6 директорских веток. Да, вот вы представляете, Валентины уже целых 6 директоров. Это просто здорово, это великолепно. Это прям, Валюша, поздравляем тебя, ты умница и красавица. Очень целеустремленная девушка. Аня и Антон Кононовы, поздравляю, уже даже не через экран, а просто поздравляю, без экрана. Мы еще будем поздравлять через несколько дней, поздравили пару дней назад. И, ну, в принципе, уровень международного директора, это, скажем так, может, кто не знает, на данный момент в компании есть один закрытый и два открытых международных директора. Это самый высокий уровень, который на данный момент есть в компании Faberlic, и он уже достигнут и в нашем проекте. Благодаря семейной паре Ане с Антоном Кононовым, ПГТ Мурыгина, можно сказать, всего. Но, тем не менее, уровень есть, звание есть, и
здесь, в принципе, добавить уже нечего. И я думаю, что в ближайшее время кто-то там откроет и старшего международного директора, а Антон мне пообещал партнера к лету, так что ждем в очень ближайшее время к лету уже нового партнера. Это тот уровень, который никому еще не покорился в компании Faberlic, но я думаю, что месяца где-то так через три он покорится Ане с Антоном. И я думаю, что это очень даже такие реальные показатели. Также не понимаю, как так получилось. Виноват я. У нас есть еще один старший директор Надежда Чертулова. Почему-то она оказалась у меня в конце презентации. Но ничего страшного, главное есть. Главное есть, да. Надя, поздравляем. Виноват, но поздравляем тоже. Старший директор, это действительно уровень. Опять же, город, поселок Майкор, это не город. Вот радует, что у нас очень много директоров не с больших городов-миллионников, а с маленьких населенных пунктов, села, поселки городского типа, маленькие городки. И в этих маленьких селах, ВГТ, городках люди зарабатывают действительно классные деньги. А все благодаря тому, что мы зарабатываем с вами через интернет. И у нас с вами никогда не было и не будет границ. Теперь давайте мы отдельно поздравим наших 12% лидеров, если захочет загрузиться презентация. Ну давай, может, сначала поздравим 15%, если презентация не грузится. Ну давай сначала их. Так. Презентация обрабатывается. Веб-комната капризничает. Капризничает. Давайте сейчас сделаем. Не сделаем. Угу. Ну, давайте начнем тогда с 15% и вернемся потом до 12% да. уровня еще раз. Презентация на 12 у нас большая. Наверное, комнате надо время немножко, чтобы подумать. Итак, у нас 15% лидеры. Маргарита Балакина, вице-директор, город Воронеж, Россия. Лариса Бойко, вице-директор, 15%, Украина, город Константиновка. Людмила Браим, вице-директор, 15%, Украина, город Киев. Галина Гайсина, вице-директор, 15%, город Барабинск. Светлана Ганиева, вице-директор, Казахстан, город Темиртау, 15%. Маргарита Дроздова, Казахстан, Караганда, 15%. Ольга Дубнич, вице-директор, 15%, Россия, город Орел. Ольга Дьяченко, вице-директор, 15%, Казахстан, город Петропавловск. Ирина Игнатова, вице-директор, Казахстан, город Балхаш. Говорю, что Казахстана у нас много в последнее время. Да. Татьяна Князева, вице-директор, 15%, Украина, город Днепро. Виктория Каморная, вице-директор, 15%, Украина, город Бобровица. Наталья Копытова, вице-директор, 15%, Россия, город Партизанск. Алена Кучма, вице-директор, 15%, город Никольск, Россия. Юлия Левашова, 15%, Россия, город Тула. Ирина Мясникова, вице-директор, 15%, Россия, город Иркутск. Ольга Назарова, вице-директор, 15%, Казахстан, город Усть-Каменогорск. Елизавета Наконечникова, вице-директор, 15%, Россия, город Сорск. Сколько у нас мамочек в декрете работает, да? И не говори. Оксана Парамонова, вице-директор, 15%, Россия, город Нижнекамск. Татьяна Протасова, вице-директор, 15%, Россия, город Новокузнецк. Ольга Пухова, вице-директор, 15%, Россия, город Вышний Волочек. Мария Русевич, вице-директор, Беларусь, город Минск. Ирина Рыбникова, вице-директор, 15%, город Чокшина, Россия. Акнур Сапарбаева, вице-директор, 15%, Казахстан, город Алматы. Марина Сачок, вице-директор, 15%, Россия, город Оханск. Кристина Сердечная, вице-директор, 15%, Россия, город Волоконовка. Анна Слюсаренко, 15%, Россия, город Калининград. Людмила Соколовская, вице-директор, 15%, Россия, город Ахтубинск. Евгения Сосова, вице-директор, 15%, Казахстан, город Тобол.
Ирина Устинова, вице-директор 15% Россия, город Калининград. Анна Ушакова, 15% вице-директор Украина, город Днепро. Людмила Филоненко, вице-директор 15% Россия, село Черниговка. Ольга Ханжина, вице-директор 15% Россия, город Москва. Любовь Хутная, вице-директор 15% Беларусь, город Лида. Сергей Ханикайнен, вице-директор 15% Россия, город Кандапога. Елена Шабанова, вице-директор Россия, город Михайловск. Лев Шалагин, вице-директор 15% Казахстан, город Алматы. Виктория Шевченко, вице-директор 15% Украина, село Талалаевка. Юлия Шереметьева, вице-директор 15% Россия, город Гуково. Светлана Шулакова, вице-директор 15% Россия, город Москва. И Ирина Шумакова, вице-директор 15% Россия, город Россия. Итак, у нас получается 40 лидеров, которые находятся уже на уровне 15%, на уровне вице-директора, которые практически, можно сказать, кто уже подписал договор с компанией, кто уже на подходе к подписанию договора с компанией. И как раз с этого момента можно переходить уже на контракт, кто не знает, получать денежку на расчетный счет в банке и готовиться к выходу уже на уровень директора. Вице-директора можно уже пропускать, честно говорю, 19% там неинтересно. 23% вот там уже повеселей. Тем не менее, 15% это уже тот уровень, где, ну, немножко все-таки мышление, но меняется. Уже чувствуешь себя предпринимателем, получаешь неплохой доход. Есть команда, с которой можно праздновать результаты, ездить на форумы. А еще с момента заключения договора с компанией у нас с вами идет трудовой стаж. И это тоже нужно учитывать, что вы уже будете работать официально, легально и будете получать только белые доходы. Так, возвращаемся к нашим 12% лидерам, которые упорно не хотят загружаться. Не хотят. Значит, возвращаемся теперь к 19%. Угу. Так, ну что ж, давайте поздравим наших вице-директоров. Это те вице-директора, у которых уже 19% уровень. Это от 2000 баллов группового оборота. И как мы все с вами понимаем, что если наши вице-директора поднажмут, то у нас обязательно будет новый урожай директоров в конце этого каталога. Всем вице-директорам желаем обязательно открыть звание директора, и чтобы вы радовались этому, чтобы мы вас поздравляли. Мы будем очень-очень рады вас поздравить. Итак, Елена Амбросимова, старший вице-директор, 19%, Россия. Анна Авдонина, старший вице-директор, 19%, Россия. Ольга Автаева, старший вице-директор, 19%, Россия. Татьяна Арнст, старший вице-директор, 19%, Россия. Светлана Бабикова, старший вице-директор, 19%, Россия. Елена Баланаева, старший вице-директор, 19%, Россия. Ольга Бирюкова, старший вице-директор, 19%, Россия. Екатерина Ваганова, старший вице-директор, 19%, Россия. Ольга Васильева, старший вице-директор, 19%, Россия. Людмила Виноградова, старший вице-директор, 19%, Россия. Юлия Витальева, старший вице-директор, 19%, Россия. Зина Войткова, старший вице-директор, 19%, Россия. Екатерина Гезима, старший вице-директор, 19%, Россия. Какие все веселые, умницы, красавицы, молодцы девчата. Елена Гелева, старший вице-директор, 19%, Россия. Ольга Голованова, старший вице-директор, 19%, Украина. Елена Гончарова, старший вице-директор, 19%, Беларусь. Диана Гумерова, старший вице-директор, 19%, Россия.
Ольга Демченко, старший вице-директор, 19%, Россия. Светлана Дикусар, старший вице-директор, 19%, Украина. Наталья Долотова, старший вице-директор, 19%, Россия. Кристина Дорогой, старший вице-директор, 19%, Россия. Светлана Дубинецкая, старший вице-директор, 19%, Украина. Светлана Дударева, старший вице-директор, 19%, Россия. Елена Дюкре, старший вице-директор, 19%, Россия. Анастасия Егорова, старший вице-директор, 19%, Россия. Марина Ершова, старший вице-директор, 19%, Россия. Ирина Есина, старший вице-директор, 19%, Россия. Елена Жмак, старший вице-директор, 19%, Казахстан. Виталий Зюзин, старший вице-директор, 19%, Россия. Людмила Иванова, старший вице-директор, 19%, Украина. Ирина Исмагулова, старший вице-директор, 19%, Казахстан. Анастасия Казанова, старший вице-директор, 19%, Россия. Юлия Карасева, старший вице-директор, 19%, Россия. Куаныш Карымсакова, старший вице-директор, 19%, Казахстан. Валерия Киселева, старший вице-директор, 19%, Беларусь. Александра Компенсенко, старший вице-директор, 19%, Россия. Лариса Кондратьева, старший вице-директор, 19%, Россия. Владимир Конзин, старший вице-директор, 19%, Россия. Да-да-да, директоров откроется огромное количество. Я очень надеюсь, что мы с вами соберем прям грусть директоров целую, да? Это просто здорово. Херц – это сердце, да? Тут, к сожалению, Леночка, не работают смайлики. Елена Карнева, старший вице-директор, 19%, Киргизия. Елена Коробейникова, старший вице-директор, 19%, Россия. Маргарита Курова, старший вице-директор, 19%, Россия. Юлия Лапытова, старший вице-директор, 19%, Россия. Ирина Максиян, старший вице-директор, 19%, Россия. Марина Мальцева-Близнецова, старший вице-директор, 19%, Украина. Елена Мелехова, старший вице-директор, 19%, Россия. Екатерина Микса, старший вице-директор, 19%, Россия. Где ваши аплодисменты для будущих директоров? Гульнас Нуреева, старший вице-директор, 19%, Россия. Светлана Павлова, старший вице-директор, 19%, Россия. Татьяна Петрага, старший вице-директор, 19%, Беларусь. Татьяна Прокопьева, старший вице-директор, 19%, Россия. Людмила Сахалинская, вице-директор, 19%, Россия. А где слово «старший»? Это 15-процентный лидер, да? Ну что ж, поздравим. Я не виноват. Ольга Симушина, старший вице-директор, 19%, Россия. Ирина Сигида, старший вице-директор, 19%, Украина. Елена Соколова, старший вице-директор, 19%, Россия. Марина Соловьева, старший вице-директор, 19%, Россия. Олеся Соляк, старший вице-директор, 19%, Россия. Ирина Тихонова, старший вице-директор, 19%, Украина. Ольга То, старший вице-директор, 19%, Россия. Ирина Шагина, старший вице-директор, 19%, Россия. Алена Шафеева, старший вице-директор, 19%, Россия. Татьяна Шиндина, старший вице-директор, 19%, Россия. Алена Шолохова, старший вице-директор, 19%, Россия. Ну что ж, 62 лидера.
Только на 19%. Кандидаты, можно сказать, директора. Совсем чуть-чуть осталось. Девчонки, ждем вас в директорах. Обязательно. Желаем всем получить чеки с уровнем директора. Желаю всем получить признание прямо на сцене. Поскорее открывайтесь, растите, стремитесь. И я думаю, вам, конечно же, в первую очередь, очень понравятся выплаты на уровне директора. И вы свою команду тоже захотите сделать каждого директором, потому что такие хорошие выплаты, какие платятся на уровне директора, конечно, не сравниваются, даже рядом не стоят с работой по найму, поэтому растите. Директор – это не только престижно, это еще и хорошие выплаты, и чек на сцене, и премия очень даже большая. Оля Ложкина, я вижу, ты здесь в чате пишешь, что тебя не поздравили с 19%. Ты, наверное, чуть позже зашла, потому что в начале как раз мы поздравляли тех, кто в этом каталоге открыл новые процентные уровни. Как раз вот тебя я точно помню, что ты там была. Как бы всех фамилий не помню, но твою помню. Если, опять же, кого-то мы случайно не несли, то после вебинара напишите, мы доделаем как бы картинку и поместим всех на сайт топ-лидеров, как положено. Как. Относительно вопроса, сколько топ-лидеров в проекте, я могу сказать, что только 12, 15 и 19% примерно 200 человек. Плюс-минус. Директоров 120, а то даже 130 плюс, наверное, уже. Ну, сейчас как раз мы посмотрим наши. Знаете, вот я сейчас сижу и думаю, какая же была хорошая идея начать строить бизнес через интернет. Вы не находите, дорогие коллеги? Так, у нас одна тех. Ага, техзаминочка. Я думаю, это здорово работать в интернете, получать официально стаж, получать белые доходы, да, быть дома с семьей. Да, как вы думаете, где-нибудь это возможно, как и в нашей компании? Это просто круто, да? А самое интересное, что у нас с вами компания прям расширяется на глазах, да? Только прогремела новость с Фаранжем, к нам присоединился Денос. Только прогремела новость с Деносом, мы уже сотрудничаем с мировыми дизайнерами, такими как Ахмадулина, такие как Юдашкин. Я просто горжусь компанией, в которой мы с вами находимся. Это просто, просто супер масштаб. Да, главное, комфортная идея. Вот на самом деле очень приятно зарабатывать намного больше денег, сидя дома, чем работая куда-то ходить на работу по найму. Да? Я думаю, что это на самом деле. Да, у нас с вами бывают такие периоды, когда люди говорят, что работа в интернете – это несерьезно, но мы-то с вами все знаем, как это серьезно. Да? Вот, что компания предоставляет официальный договор, и это просто безумно великолепно. Там кто-то, вижу, спрашивал за встречу в Курске. Встреча будет не в Курске, а в Кирове. Если у вас в структуре есть лидеры, есть люди из Кирова, то пускай с нами свяжутся. На субботу мы планируем как раз встречу нашей онлайновской командой в Кирове. И туда уже, по сути, пригласили, приглашение получили все, кто находится в нашей структуре, но, может быть, кто-то не зашел еще на свою почту. Поэтому обязательно сообщите им, и чтобы они вышли с нами на связь, мы будем их в субботу ждать на встрече. Все подробности будут там уже. Да. Сделайте нам, дорогие лидеры, подарок. Поприсутствуйте с нами, послушайте нас, посетите с нами. Мы очень хотим со всеми и каждым познакомиться. Мы очень хотим, чтобы у вас тоже начало все получаться. Мы хотим ответить на все ваши вопросы, которые вас интересуют. Вот. Также, конечно же, хочется немножечко открыть занавесу в тайны и сказать, что мы с вами будем сидеть в шикарном элитном ресторане. Поэтому, если у вас есть лидеры с Кировской области, обязательно, обязательно им сообщите. Это очень важно сейчас, да, потому что все вы знаете, что куда бы мы ни приезжали, да, я была в Новосибирске, я была в Белоруссии, где мы еще были? На Украине были. Нижний Новгород, Татарстан, Казань, Казань, да, и люди. Челябинск, Воронеж. Да,
Казахстан. Челябинск, Воронеж, Казахстан, да? Ну, в Казахстане я не была, в Челябинске, Воронеже. Это Коля ездил. Я ездила по другим городам, да? И хочется вам сказать, что на самом деле, где бы мы ни ездили, с кем бы мы ни встречались, люди начинают на самом деле хорошо расти. Вот даже хочется вам показать пример нашего лидера Екатерину Селиверстову, которая с 15% бегом-бегом стала директором. Ждем Катюшку в старших директорах, потому что эта девчонка просто ураган, умница, красавица. Она успела съездить на ассамблею в Москве, она успела съездить на Украину, хотя сама, вы представляете, сама живет в Белоруссии. В Питере еще не были. Да, в Питере Викус не были. Очень хочется в Питер, конечно. Питер очень красивый город. От нас, да, всех заразим успехом. Прям всех. Да, Катюш, про тебя. Спасибо огромное, Мариночка. В Ставрополь. Не планируем мы в Ставрополь. Все может быть. Или планируем? Не Все знаем. может быть. Узнаем. Все впереди. Да, все впереди. Сейчас мы планируем съездить на ассамблею Фаберлик. И мы вас очень зовем на ассамблею Фаберлик, которая под 1 октября, по-моему, да, говорили. Но это не Это еще, точно, да, да. это еще не утвержденная дата. А так, где-то вот конец сентября, начало октября, это Самару. будет конференция, международная конференция Фаберлик, куда съезжаются все директора с разных стран. Там будут награждаться директора самых высоких уровней, О, которые за это год точно. открылись. Наших там будет очень много. Так что, где бы конференция ни была, ну, как бы ожидается, что в Москве, но пока не утвердили. Так что, где бы она ни была, мы в любом случае там будем и туда же приглашаем вас. Пока Мы неизвестно куда. очень, да, очень надеемся на встречу с вами, очень будем рады вас увидеть. И хочется сказать, что в прошлом году мы реально хорошо погуляли. Вы, как вы помните, мы нанимали Кадиллак, катались, или как, Кадиллак мы нанимали, или лимузин? Лимузин. Лимузин. Хаммер. Хаммер мы нанимали, да, мы так шикарно покатались, так шикарно отдохнули, нанимали фотографа, у нас была фотосессия, это просто здорово, великолепно, и, конечно же, каждый директор заразил друг друга с успехом, там мы менялись опытом, один делает так, другой делает так, а мы весь этот опыт соединили за дружным столом, да, мы ежедневно практически ходили по ресторанам, мы очень хорошо погуляли, и, конечно, 2 дня ассамблеи, это было просто невероятно круто. Первый день это был фэшн-показ, и этот показ был просто вообще прям, вы понимаете, все до единой мелочи мы посмотрели. Мы видели на полгода вперед, какие будут коллекции. Их еще даже в продаже не было, а мы их уже могли увидеть и рассмотреть. Да, модели гуляли не только по сцене, но они гуляли еще и по залу. С вами будем продолжать, и мне очень хочется сейчас поздравить наших 12% лидеров. Очень хорошо, что они у нас все-таки загрузились. Ура, ура, дорогие девочки! Вот. Итак, топ-лидеры проекта. Это структура от 1000 баллов. Давайте же будем поздравлять. Ура, ура! Диана Авдеева, старший лидер, 12%, Россия! Далее у нас с вами идет Валентина Аломская, старший лидер, 12%, Россия. Поздравляем, молодцы. Ирина Бажина, старший лидер, 12%, Россия. Тамара Баранова, старший лидер, 12%, Россия. Нет фото девушек, а мы видим. У всех должно быть видно. А у кого видно, девчонки, картинки? У кого видно, у кого нет? Презентация висит, картинка директора. У кого-то видно, у большинства не видно. А кто сейчас видит Тамарочку Баранову, старшего лидера 12%? Угу. Несколько там. А попробуйте перезайти. Попробуйте перезайти.
Видно, все отлично, да? У кого-то нету. Вот у кого нету, перезайдите, дорогие коллеги. У кого фонит звук, убавьте у себя. Настюш, ты перезашла, и все стало хорошо, да? Угу, ну вот. Ну что ж, продолжим с вами. Тамарочку Баранову мы с вами поздравили. И сейчас мы с вами будем поздравлять Светлану Бачурину. Старший лидер, 12%, Россия. Татьяна Богатур, старший лидер, 12%, Россия. Лилия Бондарчук, старший лидер, 12%, Украина. Татьяна Борисевич, старший лидер, 12%, Беларусь. Елена Варяница, старший лидер, 12%, Казахстан. Анастасия Вилачева, старший лидер, 12%, Россия. Дарья Винник, старший лидер, 12%, Украина. Ольга Власова, старший лидер, 12%, Украина. Оксана Геворкян, старший лидер, 12%, Россия. Ксения Гладкова, старший лидер, 12%, Россия. Наталья Грицюк, старший лидер, 12%, Россия. Оксана Гуцева, старший лидер, 12%, Россия. Иван и Ольга Гущины, старший лидер, 12%, Россия. Очень приятно видеть семейных пар на проекте. Елена Донник, старший лидер, 12%, Казахстан. Светлана Дударева, старший лидер, 12%, Россия. Роза Емельянова, старший лидер, 12%, Россия. Райя Забайдулина, старший лидер, 12%, Россия. Алена Загороднюк, старший лидер, 12%, Россия. Ура, 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 дорогие коллеги. Диана Иванова, старший лидер, 12%, Россия. Молодцы, просто умницы все. Кристина Истомина, старший лидер, 12%, Россия. Замечаете, какие у наших лидеров глаза? Просто умницы, красавицы. Ведь наш бизнес – это бизнес добрых людей. Вырос сам, помоги другому. И только добрые лидеры могут вот так расти, вот такими темпами, такими шагами. Мы вами всеми очень гордимся. Татьяна Калентьева, старший лидер, 12%, Россия. И не только красавицы, еще и умницы. Зоя Камыхина, старший лидер, 12%, Россия. Анастасия Кананыкина, старший лидер, 12%, Россия. Людмила Кирсанова, старший лидер, 12%, Беларусь. Валентина Ключникова, старший лидер, 12%, Россия. Браво, девчонки, молодцы. Ждем всех на 15%, как минимум, в этот двухнедельный каталог. Ирина Кобелева, старший лидер, 12%, Россия. Екатерина Каратовских, старший лидер, 12%, Россия. Какая у нас с вами шикарная география, да? Прям вся Россия, по всему Казахстану, по всей Украине и так далее. Татьяна Крывенко, старший лидер, 12%, Россия. Алексей Кузьминский, старший лидер, 12%, Россия.
Олеся Куимова, старший лидер, 12%, Россия. Сколько топ-лидеров, что даже комната опять не это выдерживает просто нагрузки. шикарно. Светлана Кукла, старший лидер, 12%, Украина. После поздравлялок от радости прям плакать хочется, потому что это невероятно круто. Ведь когда-то, 2 года назад, мы начинали, вспомни с чего. Надежда Курилова, старший лидер, 12%. Россия. Яна Лаврентьева, старший лидер, 12%. Россия. Людмила Ладная, старший лидер, 12%, Россия. Да, много. Всех успешных по всему миру собрали. Наталья Ларина, старший лидер, 12%, Россия. Нателла Лаубган, старший лидер, 12%, Россия. Ну, если надо будет 3, то будем делать и 3, что ж поделать. Ирина Лебедева, старший лидер, 12%, Россия. И так, Юлия. Звук задерживается, ну ничего страшного. Юлия Левашова, старший лидер, 12%, Россия. Из дальнего зарубежья у нас кто есть? Александра Ломакина, старший лидер, 12%, Россия. На КМВ приедете. А это что такое? Александра Ломакина. Так, Галина Лубинская, старший лидер, 12%, Россия. Надежда Лукашова, старший лидер, 12%, Россия. Кавказские минеральные воды. Кавказские минеральные. Здорово. Здоровье тоже, кстати, нужно лечить. Марина Лукьянова, старший лидер, 12%, Россия. Алла Майнсунова, старший лидер, 12%, Россия. Надо подумать, дорогие коллеги, мы рады приехать ко всем. Наталья Малеева, старший лидер, 12%, Казахстан. Но, кстати, и вы тоже не плашайте, приезжайте к нам на ассамблею, открывайте директоров, мы вас всех очень ждем. Инна Мартыненко, старший лидер, 12%, Украина. Приедете к нам, откроете директоров к сентябрю. Евгения Межунова, старший лидер, 12%, Россия. Умницы, стараетесь, молодцы. Слайды быстрее идут, ничего себе. Татьяна Мизгулина, старший лидер, 12%, Россия. Говорит тогда про это, получается. Наталья Минович, старший лидер, 12%, Беларусь, город Ивье. Ольга Мищенко, старший лидер, 12%, Украина. Юлия Матарыкина, старший лидер, 12%. Анастасия Мустафаева, старший лидер, 12%. Азербайджан. Азербайджан. Индира Мухамеджанова, старший лидер, 12%. Марина Никандрова, старший лидер, 12%. А сейчас не бегут? Марина Никандрова. Так, Алена Кучма, старший лидер, 12%. Россия. Елена Нурмагомедова. Нурмагомедова. Ну, отлично. Старший лидер, 12%.
Девочки, тут слайды могут зависеть немножко от скорости интернета. Да, слайды могут зависеть, да, все хорошо, достала. Ирина Осадче, старший лидер, 12%. Наталья Осадчук, старший лидер, 12%. Елена Пивоварова, старший лидер, 12%. Евгения Пономарева, старший лидер, 12%. Алену на 15 поздравляли, ну, значит, два раза поздравили. Татьяна Потапова, старший лидер, 12%. Елена Привалова, старший лидер, 12%. Вита Примак, старший лидер, 12%. Наталья Приходченко, старший лидер, 12%. Татьяна Романова, старший лидер, 12%. Алена Рубцова, старший лидер, 12%. Галина Сгибнева, старший лидер, 12%. Лариса Сердюцкая, старший лидер, 12%. Ксения Сидоренко, старший лидер, 12%. Анна Скопина, старший лидер, 12%. Простите, Скопина. Наталья Смирнова, старший лидер, 12%. Ирина Спица, старший лидер, 12%. Танюша Спринчак, старший лидер, 12%. Марина Суркова, старший лидер, 12%. Вероника Сурыгина, старший лидер, 12%. Наталья Сырыца, старший лидер, 12%. Анастасия Устинова, старший лидер, 12%. Галина Фистина, старший лидер, 12%. Галина Черняк, старший лидер, 12%. Елена Шелест, старший лидер, 12%. Елена Шушакова, старший лидер, 12%. Ирина Щитникова, старший лидер, 12%. Альбина Юланова, старший лидер, 12%. Евгения Яцкова, старший лидер, 12%. Какие все умницы, какие все красавицы. Это просто невероятно круто. Это еще одна-две ступеньки, и вы уже будете открывать договор с компанией. И мы вас просто очень-очень зовем вице-директора, старшие вице-директора. И есть у нас такие золотишки, есть у нас такие бриллиантики, которые могут перескочить по два, а то и три уровня. Вы представляете? Поэтому все у нас впереди, все зависит только от наших амбиций, а все зависит от нашего желания. И не забывайте теребить своих наставников. Чем больше знаете вы, тем больше знает команда. Качества идут, конечно же, в глубину вашей структуры. И все у нас с вами обязательно получится. И, конечно, в сотый раз хочу повториться и сказать, что, дорогие коллеги, я вас очень зову на ассамблею в Москве. Очень-очень. Итак, у нас пошли директора. Директора – это уже сильно, это уже серьезно, это уже престижно. Это, ну как, уровень директора – это звучит просто гордо. И, конечно, дорогие директора, мы вами очень-очень гордимся и очень рады вас сегодня поздравлять. Директор – это уровень 3000 баллов. И это, конечно, уже сильно. Молодцы, ждем вас в драгоценных директорах. Также немножко добавлю, тут Аня говорила, что надо теребить своих наставников. Ну вот да. Кто-то дотеребился, что наставник приехал в гости, но уже к международному директору. Так что желаю вам каждого так потеребить, чтобы потом ваши наставники приезжали уже к своим новичкам, которые будут в звании международного директора. Итак, начинаем мы с поздравления наших директоров. Надеюсь, по крайней мере. Ага, немножко не та. Так, Ольга Амелина, директор, Россия, город Курск. Татьяна Андреева, Россия, город Чебоксары. Ирина Архангельская, Россия, город Лесосибирск. Светлана Острелина, Казахстан, город Рудный. Анна Бабий, Россия, село Алтайское. Татьяна Белич, Россия, город Рубцовск. Надежда и Александр Билик, директор, город Борисоглебск.
Ирина Бабкова, директор город Ступино. Ирина Богородская, директор город Кумертау. Елена Бондарь, директор город Херсон. Ольга Буланова, директор город Сергиев Посад. Валентина Веселова, директор город Челябинск. Олеся Войтенко, директор город Алматы. Анна Габанкаева, директор город Петропавловск. Татьяна Гартингер, директор город Каменная-Оби. Виделись с Танюшей в Новосибирске. Арсений и Таисия Григорьевы, Беларусь, город Новополоцк. Алена Гридина, Украина, город Старобельск. Каролина Денисюк, Украина, город Апостолово. Татьяна Драгунова-Родионова, Россия, город Улан-Удэ. Анна Зарубина, Россия, город Смоленск. Мария Залик, Россия, село Урожайное. Я там пишу. Ты там пишешь. Марина Иваненко, Казахстан, город Петропавловск. Камила Идрисова, Казахстан, город Алматы. Юлия Казанская, Россия, город Ярославль. Екатерина Каташинская, Украина, город Ирпень. Светлана Клевачева, Россия, город Нижний Новгород. Оксана Комарова, Россия, город Лепелей. Юрий и Ольга Корнеевы, директор город Воронеж. Наталья Корчагина, директор город Риддер. Юлия Круглова, директор город Клин. Оксана Крысенко, директор село Воскресеновка. Юлия и Виталий Макликовы, директор город Владикавказ. Боже мой, сколько у нас семейных пар. Александра Мащенко, директор город Гребенка. Владимир Овчаренко, Россия, город Белгород. Екатерина Павленко, Россия, город Архангельск. Ольга Пенина, Россия, город Самара. Ирина Попова, Казахстан, село Есель. Елена Прилепина, Россия, город Лиски. Евгения Путинцева, Россия, город Зеленоград. Виктория Рассказова, Россия, город Десногорск. Марина Сакулина, Россия, город Пермь. Екатерина Селивестрова, за которую сегодня Аня говорила, Беларусь, город Минск. Оксана Скачкова, Россия, город Бурла. Любовь Смирнова, Россия, город Вязьма. Екатерина Сазиева, Россия, город Ростов-на-Дону. Ольга Тарасевич, Беларусь, город Минск. Жанна Тарасова, Россия, город Феодосия. Майя Тонконогова, Россия, город Новомосковск. Всех ждем в старших директорах, обязательно. В этом каталоге. Да. Лилия Хатмулина, Россия, город Староболтачево. Юлия Хлебникова, Россия, город Бийск. Екатерина Цаплина, Россия, город Куйбышев. Алина Шаланина, Россия, город Кострома. Оксана Шамшина, Россия, город Пермь. Елена Шевчук, Россия, город Орск. Оксана Шеремета, Украина, село Поплавы. Татьяна Арапова, Россия, город Волчанск. Галина Ассалаулова, директор, Россия, город Ижевск. Марина Беда, Россия, город Знаменск. Дарья Бессонова, Россия, город Екатеринбург. Юлия Карабанова, Россия, город Челябинск. Оксана Мелентьева, Россия, город Екатеринбург. Наталья Порфирьева, Россия, город Елабуга. Ольга Пчельникова, Россия, город Сызрань.
Директорская армия. Хорошо сказано. Украина, Ревенок, пардон, Ирина Ревенок, Россия, город Петрозаводск. Это уже рать. Арзу Рубан, Россия, город Барнаул. Татьяна Сосновская, Россия, город Новосергиевка. Наталья Цыплакова, директор Казахстан, город Петропавловск. Итак, у нас получается на данный момент 67 директоров, которые только уже были у нас до четвертого каталога, а также где-то с 7 или 8 директоров, которые открылись у нас в этом каталоге. Итого мы имеем 75 директоров, только директоров, которые есть в нашей проекте. Это только директоров. Но у нас есть немножко звания и повыше. Это, например, старшие директора. И за старших директоров у нас немножко поздравит уже Аня. Не та мышка. Вот это. Итак, дорогие старшие директора, очень вами горжусь, и мы хотим сказать, что мы очень рады, что вы достигли этого уровня, этого звания. Это очень-очень престижно. Это 5000 баллов по структуре, и это просто здорово, это просто великолепно. Итак, будем же поздравлять наших старших директоров с гордостью. Это Юлия Андрейко, сестра Николая, старший директор Украина, город Черкассы. Ольга Васильева, старший директор Россия, город Киров. Олеся Владимирова, старший директор Россия, город Липецк. Жанетта Вяткина, старший директор, Казахстан, город Петропавловск. Александра Гаранжа, старший директор, Украина, город Комсомольск. Татьяна Гусева, старший директор, Россия, город Хотьково. Евгений и Елена Зиновьевы, старшие директора, Россия, город Екатеринбург. Кстати, Женя с Леной, можно взять пример, это те лидеры, которые из другого города, но они приедут в Киров на встречу. Да, с нами, мы нашего так состава. Рады будем видеть Леночку и Женечку. Также мы с ними виделись на ассамблее в Москве, да? Ну, просто здорово. Ну, теперь будет встреча в Кирове. Ой, классно. Таня Лебедева, Татьяна Лебедева, простите, это моя сестра, поэтому я так ее окрестила. Да? Неофициально, да, семейные кланы пошли. Старший директор Россия, ПГТ Мурыгина. Нина Маркина, старший директор Россия, город Москва. Любовь Медведева, старший директор Россия, город Тюмень. Марина Михейкина, старший директор, Россия, город Красноярск. Ирина Николаева, старший директор, Россия, город Чебоксары. Елена Потанина, старший директор, Кыргызстан, город Бишкек. Наталья Полякова, старший директор, Россия, город Мегион. Юлия Потапенко, старший директор, Беларусь, город Жлобин. Галина Селитренникова, старший директор, Россия, город Ливны. Галина Станкова, старший директор, Россия, город Кострома. Валентина Щенникова, старший лидер, Россия, город Минеральные воды. Старший директор. Ой, старший директор. Валентиночка сегодня вела нам свою историю успеха. Оксана Анайко, старший лидер, Украина, город Николаев. Директор. А я что сказала? Лидер. Да, заговариваюсь. Любовь Афимьева, старший директор, Россия, город Орск. Анна Вилкова, старший директор, Россия, город Челябинск. Татьяна Даянова, старший директор, Россия, город Екатеринбург. Ольга и Александр Дубяги, старшие директора, Россия, город Сочи. Опять семейная пара. Лейла Калашникова, старший директор, Украина, город Одесса. Не, мы еще не отмечали, к сожалению. Татьяна Коркина, старший директор, Россия, город Камень-на-Оби.
Анастасия Мазур, старший директор, Россия, город Истра. Мария Назарова, старший директор, Россия, город Дубна. Ольга Повстина, старший директор, Украина, город Херсон. Маргарита Реброва, старший директор, Россия, город Краснодар. Валентина Скоморохова, старший директор, Россия, город Ярославль. Екатерина Соцкая, старший директор, Россия, город Новосибирск. Вера Тыщенко, старший директор, Казахстан, город Щучинск. Анастасия Цыганова, старший директор, Россия, город Кольчугино. Итак, подобрались к серебряным директорам. Сколько у серебряных директоров уже появилось и выросло своих директоров? Напишите нам циферку в чат. Кто знает маркетинг-план? Да, это не только армия. Это прям вообще, это наша гордость, гордость нашего проекта. Боже мой, знали бы вы, как мы вами всеми гордимся. Два, молодцы, это два директора уже. Итак, у нас в серебряных директорах мои черкасы. Аня Атамась, серебряный директор, Украина. Дарья Пахильчук, серебряный директор, Россия, город Красноярск. Татьяна Федосеева, серебряный директор, Россия, город Иркутск. И Тане буквально чуть-чуть в прошлом каталоге не хватило до золота, так что ждем ее уже в золотых в нашем периоде. Владимир Кипин, серебряный директор, Россия, город Белокуриха. Ирина Тихонова, серебряный директор, Россия, село Тагай. Теперь у нас золотые директора. Ну, по традиции, сколько золотого директора, директоров первой линии? Кто знает циферки в чат, не стесняемся. Кто учил маркетинг-план? У нас все директора умнички, очень отзывчивые. Три. Молодцы, три директора. Это просто здорово. Это уже не просто вы стали, да, золотые директора стали просто директорами. Они уже помогают другим расти. И вот это самое-самое великолепное, что может быть. Итак, встречаем золотые директора. Райхана Абдурахмонова, золотой директор, Таджикистан, город Нау. Ирина Ткаченко, золотой директор, Казахстан, город Балхаш. Наталья Уткина, золотой директор, Россия, город Дубна. Итак, пошли рубиновые директора. Сколько это директоров в первой линии у рубиновых директоров? Кто так глубоко изучал? Да, молодцы, умницы. Кто помнит, сколько в рубинчиков директоров? Пошли четверочки. Угу. Отлично. Правильно. Отвечают только директора. Ой, Настюша, Настя у нас новичок и ответила. Молодец, умница, красавица просто. Маркетинг-план, значит, учила, смотрела. Просто великолепно. Итак, рубиновый директор Ольга Воробец, Украина, село Поплавы. Евгения Клочкова, Россия, город Пушкино. Снежана Лоскутова, рубиновый директор, Россия, город Волгоград. Татьяна Сафронова и Сергей Попирайко, еще одна семейная пара, рубиновые директора, Украина, город Черкасы. Бриллиантовые директора. Сколько это директоров в первой линии? Кто мне подскажет? Шесть директоров, да? Вы, как вы понимаете, это уже огромные выплаты, не просто большие, огромные выплаты. А бриллиантовые директора могут позволить себе очень крутой отдых. Они уже могут позволить себе и квартиру, и машину, и так далее купить, да? Итак, встречаем же наших новых бриллиантовых директоров. Это Татьяна и Александр Распоповы. Это семейная пара, как вы видите, тоже, да? И когда люди работают вместе с семейными парами, вот как раз там получается рост умноженный на 2, потому что вместо двух рук получается 4.
И о чем говорит пост Тани, что сегодня можно Таню поздравить еще с покупкой машины. О, Поздравляем, Танюша, поздравляем. поздравляем как раз, скорее, наверное, Сашу с покупкой машины, я так понимаю. Саша, да, будет водить? Ну а кто водить должен? Саша, конечно. Так что, ну вот, значит, Таня, Саша, бриллианты открыли в прошлом каталоге. Ну, поздравляем еще раз с открытием, открытым бриллиантом, ну и плюс с покупкой уже машины. Молодцы. Теперь так что на машине уже приезжайте на следующую конференцию. Ну, теперь национальный директор. Я даже знаю, кто там будет. Кто, Да, и кто это там сколько будет? директоров в первой линии у национального директора? Кто помнит? Эта задачка посложнее уже. Так. Сколько у национального? Не подглядываем нигде в Не маркетинг. подглядываем. Ага. Тот, кто директор, тот и ответил. А кто-то двойку получит за 9 директоров. 9 директоров – это элитный директор. Да, 9 директоров – это элиты. Да, Катюша, каталась в Украине, каталась в России, а маркетинг дальше не выучила. Ты уже по фамилии сразу Да, но она запоминай. просто не заглядывала так далеко. Ну, ничего. То есть, ну, национальный директор, я думаю, ни для кого особо не секрет. Поздравляю тебя, Колечка. Спасибо. 12 директоров первой уровня, точнее уже 13, это хороший как бы результат, но я думаю, что национальный это опять же таки не предел. Далеко там фамилии мечать не буду, тут сбоку кто-то сидит. Так что есть смысл и действительно как бы желание подниматься вверх. Я думаю, это желание есть у каждого с лидера. И мы даем все инструменты и готовим новые инструменты. Буквально в ближайшее время у нас будет очень много изменений в работе в хорошую сторону. Ой, очень Нас много. ждет очень крутой сайт для работы, как бы, ну, немножко это будет со временем, но тем не менее уже двигаемся вот в таком направлении. И я думаю, что новые старшие национальные, например, директора не заставят нас ждать, новые элиты не заставят ждать, бриллианты у нас уже и так на подходе хорошо, но я думаю, что если бриллиантов там за год будет человек 30, то мы точно не обидимся. Так что, ну, не загадывая 30 наперед. бриллиантов за год? Да. А чего? Цель поставлена, значит, двигаемся. Так что Главное верить в верьте себя, в в себя, свой да, действительно. успех. Да, главное верить. Колечка, ты отличный наставник, ты замечательный друг нашей семьи. Я тебя еще раз поздравляю. Спасибо тебе огромное за твое сопровождение. Спасибо тебе огромное, что ты во все минуты был всегда рядом. И когда было тяжело, кстати, Николай поддержал меня. И вот сейчас, благодаря Николаю, я нахожусь на этом проекте. И мы работаем вместе дальше. Николай не только хороший наставник, он на самом деле стал очень близким другом нашей семьи, и мы его прям любим и уважаем очень-очень. Вот. И, кстати, частым гостем в нашем доме. Раз в полгода нечасто. Да, но все равно раз в полгода я к тебе на Украину ездила. И, кстати, с Николаем мы стали видеться намного чаще, чем со своими друзьями. Это при том, что между нами где-то 1000, 2500 км. Да. И три пересадки на самолете. Да. Так что вот такие делишки. Стройте свою структуру, и мы обязательно и к вам приедем. И к вам еще раз приедем и А потом встретимся, еще раз да, приеду. и встретимся где-то на конференции, я думаю, уже в любом случае, так как для директоров конференции это уже не просто как бы поездка, это встреча с огромнейшей командой единомышленников, это награждение на сцене, само собой, ну, это совершенно другие эмоции, это не то, что как бы, ну, Признание. да, вебинар признания это хорошо, но все-таки постоять на сцене, где 1500 директоров сидит, и все они стоят, Стоя аплодирует. хлопают стоя, да, это уже совершенно по-другому. Так что целимся через полгодика конференция в огромнейшем составе, то есть я думаю, 100 человек плюс минимум поедет уже на конференцию. Да, желаю всем испытать это великолепное чувство, когда вы стоите на сцене с чеком, когда только для вас цветы и овации. Это просто здорово и великолепно. И еще я вам пожелаю, чтобы все ваши лидеры, которые к вам приходят, тоже вышли на сцену с чеками. Вот это будет высшая награда вашей работы и вашего труда.
Самое главное, что твои люди на сцене. Вот это кайф. Валентина, абсолютно с тобой согласна. Когда меня награждали с чеком, я как-то, вот знаете, была немножко растеряна, я волновалась. Да, мне было приятно. Но когда мои директора вышли на сцену с чеком, я просто стояла и я просто плакала. Потому что это такое счастье, это такая гордость за них. Это вот, вы знаете, это уже просто мы как одна семья. Мы так переживаем друг для друга, друг за друга, да, то, конечно, это просто для меня была огромная награда. И до сих пор, вот последний раз мы ездили куда, в Новосибирск, вот Катюша Соцкая стояла с чеком. Ой, я тоже немножко допореветь успела. Конечно, очень приятно. Ну, вот и все, да, всех поздравили. Да, все молодцы. Встретимся на следующем вебинаре. Да, спасибо вам огромное, дорогие коллеги, за понимание. Да, ну у нас с вами, наверное, всегда будет дурдом во время поздравлялок, что-то будет где-то ломаться, что-то, потому что наша с вами энергетика не сравнима ни с чем. Вот, да. Желаем вам не только положительных эмоций, но и продуктивных действий. Но я думаю, что ничего не может быть проще, чем работать дома, нажимая на клавиатуру, да, когда вы можете в любое время попить чай, кофе, в любое время куда-нибудь прогуляться, если вы устали, и снова спокойно работать, да. Тебя требует поздравить. А меня уже поздравили. Мы в этом каталоге, в самом начале нас поздравлял Николай, мы открыли международных директоров. Вопрос на засыпку. Сколько это директоров в первой линии? Кто знает? Сколько у меня умничек? Без подсказок. Сколько у меня умничек? Ой, спасибо большое. А, все пошли подглядывать, да? Ну, значит, надо. Ура! Кто первый подсмотрел? Поздравляю! Молодцы. Ну что ж, всем вам спасибо за внимание, спасибо вам за терпение. Были безумно рады вас поздравить. Мы вами на самом деле гордимся. Еще раз хотим сказать спасибо вам за веру. За веру в себя, за веру в проект и за веру в нашу компанию Фаберлик. Мы с вами все в нужное время, в нужном месте. Всем пока-пока. Всех любим, всех целуем. Все, пока-пока. Да. И ролик. Я убрал ролики. Материал.